history of existence, it will have an end. There is no escape, even though you have a plan. Darkness throws you down while you're trying to understand. Upset the truly men. Each story of us is still the same. Each one of us now can say, I'm building my own life, follow my own destiny. My eyes forget all the time I was blind. The time I was blind. We are on this planet, just living and learning our mission, our soul, compassion and love. Привет, меня зовут Инесса. Я живу в городе Запорожье. Несмотря на то, что это довольно-таки небольшой город, здесь есть очень много прикольных мест, где можно погулять, с друзьями встретиться и весело провести время. Даже есть исторические места, например, остров Хортица. Я люблю свой город. У меня есть сын, его зовут Савелий, ему 7 лет. В этом году он идет во второй класс. Он очень позитивный, веселый мальчик, хорошо учится. Я его очень люблю. Он, как настоящий мужчина, занимается айкидо, подает первые успехи. Я очень радуюсь за него, когда у него что-то хорошо получается. Конечно же, для меня важно, чтобы мой избранник, так же, как и я, любил и уважал моего сына. А я, в свою очередь, если у моего избранника будут дети, также буду для них хорошим примером и верным и надежным другом. Что я могу рассказать о себе? Я добрая, веселая, коммуникабельная, отзывчивая и очень ответственная. У меня много друзей. Я люблю, чтобы вокруг меня люди улыбались. Я вообще люблю все делать на позитиве. Стараюсь в каждом моменте искать для себя что-то положительное. Я увлекаюсь эзотерикой. В свободное время я люблю почитать книжку, встретиться с друзьями или сходить в кино со своим сыном или с подругами. Я юрист. Работаю по специальности в крупной агропромышленной компании. Наша компания занимается продажей земли и всякого зерна, в общем, и сельскохозяйственная продукция. Я очень люблю свой коллектив, это большой молодой коллектив профессионалов. Я рада, что у меня есть работа. Что еще я могу рассказать о себе? Я люблю спорт. В детстве я занималась 8 лет бальными танцами. Вообще всю жизнь занималась спортом для того, чтобы поддерживать себя в форме. Сейчас занимаюсь пилатесом. Также я еще очень люблю разводить цветы. В частности, это орхидеи. Вообще люблю все красивое. Еще я очень вкусно умею готовить. Но так как я сладкоежка, больше всего я люблю готовить торты. Например, это Наполеон, тирамису. Так что буду баловать своего избранника всякими десертами. Конечно же, я хочу, чтобы мой избранник обладал такими качествами, как чувство юмора. Занятия спортом приветствуются. Для меня также важно взаимопонимание. Я люблю романтику. Я уже говорила, что я также очень требовательна, несмотря на то, что я такая веселая и добродушная, но я также и очень требовательна, это есть. В детстве я мечтала о полноценной семье, но так сложилось, что мне пришлось заниматься своим супругом, я решила, пусть лучше это будет сейчас, чем
прям соответствует. Я буду жалеть о том, что я прожила жизнь с человеком, который не соответствует каким-то моим критериям. Поэтому вот так вот. Я очень люблю путешествовать, я была во многих местах. Я была в Таиланде, Турции, Индии, Грузии, Болгарии, во Франции. Также я была в Америке. Но считаю, что главное путешествие в моей жизни еще не произошло. Может быть, оно будет с тобой. Always weakened by the judgment of society. Still the same, each one of us now can say.